дружные, активные, творческие, а самое главное – хозяйственные. В районах Брестской области выбирают властелинов села. Наша съемочная группа побывала в агрогородке Буховичи Кобринского района, где накануне состоялся районный этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта. 5 семей боролись за право представлять свой край на областном этапе. Кто стал победителем, расскажет наш корреспондент. 5 молодых семей. По условиям конкурса, каждая живет в деревне не меньше 3 лет. А главное, они должны быть активные, творческие и хозяйственные. И чтобы завоевать титул властелина села, пройти несколько соревновательных этапов. Самый первый – визитная карточка. Семья рассказывает о себе, а далее от слов переходит к делу. Семьи представили себя, представили свой состав семьи, хобби, чем они занимаются. И исходя из этого рассказа уже члены жюри будут руководствоваться и выставлять свои оценки и тем самым выбирать лучшую семью. Семья, которая наберет большее количество баллов, отправится на областной этап властелина села. Соревнуются семьи именно в хозяйских качествах, представить свое подворье и, как полагается настоящим сельчанам, гостеприимно принять жюри. Для них самое вкусное угощение приготовлено из продуктов, выращенных своим трудом. Семья Куличек подошла к этому ответственно. Булочки сделали, картошку, вот в виде торта, мороженков сделали, трафилы, получается, как-то так, по чуть-чуть всего сделали. Интересно просто поучаствовать, да, потому что уже раз были, ездили, участвовали. Всего в программе 5 состязаний, соревнуются в хозяйских бытовых делах. Жены забивают гвозди, мужья пеленают детей самостоятельно, женщины лишь поддерживают. На сельских этаких олимпийских играх главное – поддержка и слаженность. Это четко прослеживается в конкурсе «Дровосек». Нужно распилить бревно, наколоть дров и сложить из них слово «семья». Первыми в этом конкурсе оказалась семья Тыщук. Говорят, в таких делах важно несколько критериев – любовь к семье, к селу и хозяйственному делу. Тогда в конкурсах и трудностей не будет. Самое главное, наверное, в нашей семье – это любовь, понимание и слаженность. Все приехали победить, а победить сильнейший. А планка в районе задана высокая, ведь в прошлом году семья Шевелевых из Кобринского района стала обладателями титула «Властелин села» в республике. Планка поднята довольно на высокий уровень, вот, поэтому будем стараться удержаться. Ну, наши же конкуренты, они же тоже мечтают занять первое место, поэтому достойные соперники, они тоже будут стараться. Опять же, я скажу, может быть банально, но победить сильнейший. Но мы будем стараться, это я вам могу обещать точно. По итогам борьбы звание «Властелин села» завоевала семья Тыщук из агрогородка «Городец». В июне они представят Кобринщину на областном этапе, который пройдет в Пружанском районе. Валерия Гальперина, Андрей Щерба, телерадиокомпания «Брест».